Раз. Добрый день, уважаемые слушатели онлайн-семинара. Меня зовут Газизов Марат, Альпари, Санкт-Петербург. Ежедневная торговля, ежедневный обзор финансовых рынков, торговля без индикаторов. Ну, собственно, начнем с того, что какие важные новости. Сегодня среда, выходит Beige Book, бежевая книга, отчет Федеральной резервной системы за отчетный период. Очень важное значение имеет для рынка. Будьте внимательны. Возможно, будет достаточно интересное движение, это в 9 часов вечера. Кроме того, завтра, четверг, не забываем про заседание ЕЦБ и в пятницу Нонфармы. Эта неделя насыщена новостями, соответственно, драйверы на рынке, дров и драйверов на рынке достаточно, что позволяет активно использовать эти новости для активной торговли. Ну а теперь переходим к графикам, смотрим, что там произошло, посмотрим результаты моей торговли и, собственно говоря, попробуем наметить какие-то определенные планы. Задавайте вопросы в чате, буду на них реагировать. Так, традиционно евро-доллар. Ну, во-первых, открывал я все позиции, которые были вчера, они у меня вынесли, были закрыты по безубытку. Сейчас у меня, опа, стоп-лосс работал. Да, вынесло у меня без убыток евро-доллар, продажа была. Сейчас появился сигнал на покупку. Но, честно говоря, по евро-доллару сейчас сигнал на покупку, он такой несколько, скажем так, ну, буду я открывать, наверное, чуть позже. Есть сигнал, посмотрим. Есть сигнал, попозже. Традиционно евро-доллар, недельный график. Жду, тенденция, наверное, сохраняется, коррекционный откат в рамках повышающейся вот этой, вот этого канала. Но в дальнейшем жду все-таки попытку продолжения тенденции вниз, попыткой пробития исторических низов марта месяца этого года. Ну а оттуда уже разворот тенденции окончательно наверх. Это ничего не изменилось мы в этой стратегии, в этом плане недельный график. Дневной график. Дневной график продолжает эту тенденцию наверх, но линии, сейчас она находится на линии поддержки. Вот, и особенно сильно от нее как бы не отскакивает. Поэтому, раз цена не уходит сильно от этого уровня, от этой уровня поддержки, соответственно, жду небольшого подъема наверх. Ну, скажем, вот приблизительно такого характера. Где-то здесь. И вполне возможно, где-то в этот момент может начаться активная распродажа евро с пробитием вот этой наклонной линии поддержки. Целью, первая цель, это нижний край канала, повышающийся канал наверх, с формированием вот этой зигзагообразной коррекции. В дальнейшем, если цена все-таки пробивает предыдущую впадину, то тогда мы ждем окончательного формирования импульса движения вниз с целью пробития предыдущей исторической впадины. Вот, целью этого движения. И уже оттуда можно, в принципе, ждать подъема евро-доллара. Это в том случае, если цена после небольшой коррекции наверх пробьет линию поддержки и предыдущую впадину. Здесь уже есть разметка для активных продаж евро против американского доллара. Но с другой стороны, если же цена с текущих уровней не пробьет, не выйдет за рамки этого восходящего канала, то есть формирует такое зигзагообразная коррекция, то тогда получится та самая картинка, которая была вот недавно в мае месяце тоже. Вот
трехволновая структура вниз, после которого была попытка возобновить рост тенденции наверх. В принципе, здесь то же самое может быть, вот такой, не исключая вероятности такого сценария. Но, соответственно, это пока что только как бы планы гадания, торгуем то, что видим, тенденция идет вниз, краткосрочно идет коррекционный откат. Соответственно, от этого будет строиться, будет зависеть наша стратегия. В данном случае сейчас на часовом графике тенденция наверх сохраняется, формируется некая такая консолидация, которая, как правило, наверняка меня или очки поддерживают в этом плане. Это некий сигнал тому, что, возможно, после выхода из этой консолидации рынок попытается продолжить формировать некую там пятую волну, по-моему. Первая, вторая, третья, четвертая. Да, пятая волна. Если она случится, это пятая волна, то вполне возможно, что структура будет закончена, и оттуда может начаться падение евро против американского доллара. То есть, в принципе, сейчас пока что рынок поддержит. Тем более сигнал здесь сформировался, вот зигзагообразная коррекция, некое локальное пробитие. Но посмотрим, необходимо подтверждение, это закрытие часа выше пробития. Ну или, по крайней мере, посмотрим на 5-минутном графике сейчас текущую ситуацию. Был прокол, вот у меня здесь как бы был прокол, и появился вроде как сигнал наверх, но ну посмотрим, пока что ничего сказать не могу. Почему? Потому что да, зигзагообразная коррекция есть, но здесь есть более интересный уровень, это предыдущая вершина, которая как бы нивелирует данный сигнал на это, на этом таймфрейме, то есть на этом, в этом периоде графика, на этом участке графика. Почему? Потому что консолидация, в этой консолидации, узкой консолидации, вот эти вот разметки, они очень плохо работают. Я всегда говорил, что торговать нужно тогда, когда выраженная тенденция идет либо вниз, либо наверх. Здесь сейчас идет консолидация, поэтому тройки здесь сплошные формируются и, к сожалению, очень плохо отрабатываются. Ну, посмотрим. Сам я открывал только что позицию вниз, но меня вынесло по безубытку. Ну, посмотрим. Почему вниз? Потому что следующий британский фунт показывает, радует британский фунт меня. У меня осталась открытая позиция, единственная открытая позиция на продажу со вчерашнего дня. Вот она висит у меня, 688 долларов. Остальные позиции все мне были закрыты по безубытку. И тенденция на недельном графике продолжает свое развитие в плане отработки волны Вульфа. Целью этого движения является линия 1.4. Но перед этим значением есть очень важный уровень. Это уровень 51.60. Это последний, как бы говорится, оплот для того, чтобы продолжить тенденцию наверх для рынка. То есть последний шанс. Если цена не пробивает и разворачивается наверх, тогда есть шанс, что вершины будут обновлены. Но если этот уровень будет пробит, тогда, в принципе, здесь сформируется сигнал окончательный разворот тенденции вниз с попыткой пробития предыдущих впадин. Но, честно говоря, я в данном случае скептически отношусь к пробитию предыдущей впадины и в дальнейшем жду разворота, глобального разворота тенденции наверх. Но недельно давит вниз. Все важные уровни локальные были пробиты, осталась последняя вот эта цена, которая является целевым значением этого падения на недельном графике. Дневной график. Я предупреждал вчера, что вот здесь подобного рода структура, то есть когда, ну, во-первых, импульсное движение вниз, коррекционный откат завершился, явная коррекция перед импульсом вниз. Соответственно, были пробиты все предыдущие впадины, пошла отработка формирования импульсного движения вниз, продолжение. И, как правило, вот такого рода частокол завершается обычно резким провалом вниз, как завершающее движение этого падения. И уже тогда, то есть необходимо закрытие полной свечки внизу, в самом низу. И после этого, в принципе, жду какого-то, скажем, коррекционного роста наверх. Или, скажем, может быть, даже и разворот наверх движения цены. Это в том случае, если при этом падении не будет пробита вот эта самая локальная впадина. Очень важный уровень. Если же произойдет пробой, то, конечно же, ни о каком подъеме наверх уже говорить не приходится, развороте тенденции наверх. Может, будет какое-то локальное
коррекционный откат, но только с целью активных продаж. То есть сейчас рынок подходит к важному значению, то есть дневной график жду закрытия полной свечкой внизу дневного графика, то есть вот подобного рода структура, сигнал, это говорит о том, что рынок пытается, попытается закрыть все-таки день в самом низу. Может быть, это будет сегодня, может быть, это будет завтра. Но должна быть полная свечка. Вот, чтобы была понятна моя как бы вот эта вот позиция, вот, пожалуйста, резкий провал, потом такой чистокол небольшой и окончательное закрытие практически свечки в самом низу. И только после этого происходит разворот тенденции. То есть в данном случае с этих уровней разворота не жду, жду закрытия полной свечки вниз. И только после этого либо небольшая коррекция наверх, если цена пробьет важный уровень, если же цена этот уровень не пробьет, тогда, в принципе, можно ждать возобновления роста британца против американского доллара. Это дневной часовой график. Здесь у меня сейчас вот сработала продажа еще одна. Добавился, вот было пробитие опорной точки. То есть импульсное движение вниз, коррекционный откат в виде трех волн наверх. Была разметка, и если бы цена пошла наверх, то тогда можно было бы открывать позицию наверх. Но пробитие не произошло, пошло движение вниз, отработка модели. Вот я добавился по британцу еще одну позицию только что. Вот, в принципе, идет сейчас цена в мою сторону. Значит, стратегия сейчас очень простая. Вот по этой открытой позиции. Так, надо изменить настройки. То есть вот у меня висят две продажи по британцу. Сейчас самую нижнюю часть, самую неудачную, я закрываю с небольшой прибылью. На оставшуюся часть выставляю без убыток и жду дальнейшего развития событий. И при подходе к предыдущей, вот к этой впадине, половину позиции по этому контракту я закрою в плюс, а оставшуюся часть оставлю и забуду про нее вообще. Так, 98 на 97, надо передвинуть без убыток, чтобы случайно не зацепило ордер. То есть в текущем моменте сейчас, если цена подойдет вот к этой впадине, вот предыдущей, где-то вот в этой области, половину позиций с этого контракта я закрою. Кроме того, у меня висят покупка доллара против швейцарского франка и продажа австралийца. Почему? Потому что по австралийцу вышли не очень хорошие данные по ВВП, вышли данные хуже, чем ожидали. Ну, понятно, я говорил по поводу этого с точки зрения геополитики. Ну да, не знаю, что вы имеете в виду, Валерий. Хорошо, поехали дальше. Это британский фунт. Соответственно, стратегия очень простая. Ловим коррекционные откаты в виде трех волн наверх, первая, вторая, третья. И открываем позицию при пробитии опорных точек. Ну, как это было в данном случае здесь. Это британский фунт. Российский рубль сегодня ушел, продолжил свое резкое падение. То есть, все-таки... В данном случае вот день открылся с гэпом наверх, то есть доллар остается поддержан сегодня, второй день. Но здесь достаточно все просто. Первая, вторая, третья волна, видно, здесь заканчивается. Идет коррекционная четвертая волна, либо может быть еще один коррекционный накат вниз, и уже потом возобновление роста наверх этой цены. То есть в долгосрочном периоде жду все-таки возобновления роста доллара против российского рубля, окончательно пятой волны формирования, и после которого глобальный разворот в сторону укрепления российского рубля. Но для этого необходимы условия. Условием здесь является формирование пятой окончательной волны с пробитием предыдущих вершин в уровне, выше уровня 82 рубля. Неизвестно, не знаю, где это будет цена, либо 85, либо 90, но там уже где-то будет ситуация, связанная с тем, что там будет рынок искать, по всей видимости, продажи доллара против российского рубля. Пока что сигналов на разворот нету, ждем дальнейшее укрепление американского доллара против российского рубля. Канадец. Канадец продолжает долгосрочный свой рост, но я считаю, что этот рост будет ограничен, потому что структура здесь, в принципе, уже вся была сформирована, то есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. И где-то здесь должен начаться коррекционный откат. Ну, для этого, естественно, необходимы условия. То есть рынок должен сформировать некую модель, показать невозможность продолжения тенденции наверх. Лучше всего это, наверное, будет наблюдать на дневном графике. То есть вот импульс здесь утрачен. Идет такой достаточно... Да, импульс, тенденция наверх сохраняется, но, как вы видите, движение наверх достаточно сложноватое.
То есть замысловатое так. Ну, соответственно, торгуем то, что видим. Часовой график, дневной график показывает тенденцию наверх. Вот он, эта разметка, зигзагообразная коррекция сформирована. Кстати, хотел бы здесь предупредить. Вчера вышли данные по ВВП, по Канаде, очень хорошие. И многие трейдеры, я знаю, попытались войти в рынок на этой новости. Сразу предупреждаю, я сам лично на новостях не торгую, даже наоборот, в этот момент я выключаю терминал. Вот этот обвал произошел, канадец укрепился, и многие на этом движении купились, в некоторых позициях открылись проскальзывания. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Лично я на новостях не торгую, торгую только тот сигнал, который формируется на графике. Поэтому я в этот момент был вне рынка, и, естественно, сейчас цена идет туда, куда, по идее, она и должна идти, несмотря на то, что новости были неплохие. Так вот, на канадце тенденция наверх, посмотрите, сохраняется. Все вот эти разметки, которые давал, практически все прекрасно сработали, потому что идет тенденция наверх. Соответственно, в этой тенденции ищем возможность открывать покупки по американского доллара против канадца. И с целью такой торговли, соответственно, ищем разметки. В данном случае вот есть трехволновая структура, первая, вторая, третья. Соответственно, ждем, когда этот коррекционный откат завершится, и уже открываем позицию наверх. Сигналом для этой ситуации является пробитие данной опорной точки. Кроме того, кроме часовых графиков, здесь есть еще пятиминутная тенденция. Можно, понимая, что тенденция сохраняется наверх, открываем пятиминутный график, тенденция идет, ждем коррекционные откаты вниз, и здесь уже в этих пятиволновых структурах ищем вот эти самые пресловутые опорные точки. Ну то есть, вот идет коррекционный откат, пробитие предыдущей впадины, и сразу же идет откат, пробитие предыдущей вершины. Вот он был сигнал на покупку с постановкой стопа ниже предыдущей впадины. Вот, собственно, это канадец. Юрий, запись будет выложена на официальной странице Альпари ВКонтакте. Пожалуйста. А, понял вас. Спасибо, Валерий. Поищу новости, комментарии от Розенгрена. Поехали дальше. Швейцарский франк. У меня стоит покупка, хотя я, собственно говоря, говорил в свое время, вчера и позавчера, говорил, что пока что я остаюсь вне рынка, но сейчас я объясню свою позицию. Недельный график продолжает свой рост, небольшой наверх, такой вяло текущий рост наверх, тем более, что была разметка с сигналом для покупок, вот пробитие опорной точки, зигзагообразная коррекция, вот было ее пробитие и коррекционный откат. Меня смущало то, что при этом коррекционном откате тенденция все-таки оттестировала нижний край канала. Я говорил, что в этом плане есть риск того, что цена может попытаться уйти еще в более глубокую коррекцию и уже отсюда возобновить свой рост. Но на дневном графике я ждал вот этого коррекционного отката наверх, попытка еще одного наезда вниз, формирование двойной впадины и уже отсюда как бы предполагал рост, возобновление. То есть, если цена с этих уровней бы пришла наверх, то только тогда бы я открывал позицию наверх. Ну, в данном случае я сейчас, как говорится, влез в рынок по швейцарскому франку, потому что на часовом графике здесь формировалась разметка. Посмотрите, пожалуйста, вот была новая вершина, был откат коррекционный, потом повторное тестирование предыдущей впадины, она оказалась неудачной, рынок решил пойти на возобновить свой рост. И вот здесь вот при этом движении наверх была пробита предыдущая вершина, опорная точка. То есть, о чем это говорит? О том, что рынок, попытавшись развернуть тенденцию вниз, не смог этого сделать вот в этой области графика. И тут же показал настроение пробития опорной точки. Поэтому при небольшом откате вниз я воспользовался данной ситуацией и открыл позицию наверх. Я переношу свой стоп без убыток. Смотрим дальше. Так, опа, у меня все позиции. А, есть еще продажи, висят. Да. Так, вот, так, удаляю свой этот. Удалить ордер. Поэтому доллар-франк поддержан, и доллар поддержан против британца, против евро, поэтому, естественно, было бы
предполагать, что и против швейцарского франка доллар тоже, по идее, должен пойти в рост. Ну, собственно, такой момент, связанный с швейцарским франком. Повторяю, здесь аккуратная такая позиция, такая не глобальная и не долгосрочная. Просто выставил стоп, сработает стоп, значит, выйду из рынка. Нет, ну тогда, может быть, рынок возобновит свой рост окончательно уже и возобновит с пробитием предыдущей вершины. Ждем. Это то, что касается франка. Золото. Золото продолжает свой коррекционный подъем наверх, но, собственно говоря, это не было как бы неожиданностью. Долгосрочная тенденция вниз сохраняется, рынок ударился в верхний край канала и от него отвалил, но здесь есть одна небольшая проблема. Заключается она в том, что отбой от верхнего края канала оказался слабым, и рынок опять пытается подойти к этому верхнему краю канала. В чем проблема? Проблема в том, что при отбое от верхнего, в данном случае от верхнего края канала, целевым значением этого падения является нижний край канала. Мы видим, что цена до нее не дошла и сразу вернулась к верхнему краю канала. Соответственно, увеличиваются риски того, что верхний край канала будет пробит. Возможно, может быть, будет вот такой коррекционный откат к ранее бывшему уровню сопротивления, теперь как уровень поддержки. И уже оттуда, в принципе, золото может возобновить свой рост, не исключая такого варианта. Но пока что технически никаких сигналов на разворот нету. Жду продолжения тенденции вниз. Но все равно где-то это будет последняя лебединая песня падения, после которого жду глобального разворота золота, ну, в данном случае наверх. Это недельный график. Дневной график пока подтверждает эту разметку. Рынок будет пытаться... подтестировать верхний край канала и буду ждать отбоя от него. Разметка есть, если цена с этих уровней пойдет вниз. Пробитие данной опорной точки, тогда мы открываем позицию на продажу. Это золото. Австралиец. На все вопросы я отвечу чуть позже, в конце нашего семинара. Австралиец, как я уже говорил, на недельном графике пробил опорную точку, то есть не опорную точку, а линию кластер, и жду возобновления ускоряющегося падения вниз. На дневной график подтверждает тут мой сигнал, но, к сожалению, я открывал позицию на продажу, но меня вынесло вот этим вот откатом вчерашним наверх. Все мои позиции закрылись без убытки, к сожалению, а в принципе была неплохая продажа. Но сейчас я возобновил свои продажи, но, к сожалению, в самом низу. На часовом графике был сигнал о пробитии опорной точки. Посмотрите, вот импульсное движение вниз, пробитием предыдущей впадины. И коррекционный откат наверх в виде зигзага. В текущем моменте, час назад, произошло пробитие опорной точки. Здесь я продал и жду дальнейшего падения австралийца вниз. Лучше всего это смотреть на 5-минутном графике. Вот посмотрите, импульс, коррекционный откат наверх, первая, вторая, третья волна. Первая, вторая, третья волна. И вот пробой этой волны, вот, то есть это опорной точки, возврат к ней. Здесь я воспользовался возможностью открыть позицию вниз. Переношу стоп без убыток. Если цена позволит мне при своем падении, при подходе к этой впадине, приблизительно в эту область, половину позиции буду закрывать, а оставшуюся часть открытой позиции я про нее забуду. Пытаюсь удержать ее долгосрочно. И последний новозеландский доллар, японская иена, извините. Японская иена продолжает свое замысловатое движение, ничего сказать не могу, потому что тенденция пока сохраняется, рост идет в рамках вот этого канала, вроде как сигнал на разворот, но развитие это не получает, потому что разворот не может быть в данном случае. Почему? Потому что тенденция сохраняется в рамках канала. Если бы этот разворот произошел вне рамка канала, тогда можно было бы ждать хорошего провала вниз. Поэтому считаю, что данное падение это был ложный пробой. И на дневном графике вот двойная вершина, вроде как пробой, возврат, не пробой. И, честно говоря, какое-то сомнительное движение в этом плане. Жду все-таки по возобновлению роста. Поэтому я сейчас по доллар-иене вне рынка и даже не рассматриваю позиции для открытия, то есть для входа в рынок. Очень замысловатое движение, поэтому я японская иена вне моего поля зрения. И последний новозеландский доллар. Новозеландский доллар продолжает свое победоносное падение на дневном графике. Никаких пока что сигналов на разворот тенденции здесь нету.
Но единственное, что цели этого падения, нижний край канала, который был по аналогии у австралийца. Австралиец уже пробил этот канал и, похоже, формирует разворот тенденции вниз у австралийца. Новозеландец только к нему подходит. То есть потенциал движения падения вниз у новозеландца достаточно большой. Поэтому я вот эту разметку пока удаляю как разворот. Но единственный разворот буду ждать после того, как цена подойдет к этому, к линии поддержки, вот глобальной линии поддержки. Это недельный график, тенденция вниз сохраняется. Дневной график также с тенденцией вниз сохраняется. Но вот эта вот шпиля, она мешает тут для восприятия и для поиска вот этих опорных точек. Поэтому переключаясь на часовой график, жду, вот идет тенденция вниз, мы видим импульс, коррекционный откат. И, соответственно, жду такие структуры трехволновые. Если рынок даст такую возможность, буду искать возможность для активной продажи новозеландца. Ну, вот приблизительно такую картину. То есть вот была такая ситуация вчера, коррекционный откат, вот его пробой, рынок пошел дальше с пробитием предыдущих впадин. Сейчас она находится в импульсе, вот был коррекционный откат небольшой. Может быть, он сейчас еще раз возобновит свой небольшой подъем. И если цена после этого подъема в виде трех волн, структуры из трех волн, возобновить свое падение, в принципе, можно попытаться продать с постановкой стопа выше предыдущей вершины. Это у нас новозеландский доллар. Ну, собственно, все по основным валютным парам. В конце следующей недели я выложу отчет по своей торговле за эту неделю. Посмотрим, какой результат у меня выйдет. Ну, а теперь ответы на вопросы. ФРС. Ну, Валерий, я как бы говорил, что по поводу того, что повышение ставки 17 сентября, честно говоря, не верю я в американский доллар в этом плане, в ФРС, что они повысят процентные ставки. Но посмотрим, non-farm payrolls в пятницу, посмотрим, там уровень безработицы, если он выйдет, уж слишком ошеломляющий. Тогда риски повышения ставок, конечно, увеличиваются, но я, честно говоря, не жду. Вот. Ну, хорошо, дальше. Марат, ничего не прояснилось по вашим курсам по торговой системе. Сергей, давайте так, 7 числа у меня все-таки 4 занятия теоретической основы успешной торговли мне установили. Попробую там объяснить свою ситуацию с моей торговой стратегией. Может быть, мне удастся эти занятия, которые будут 7 числа ежедневно, все-таки переформатировать в занятии по моей торговой стратегии. К сожалению, у нас есть учебный план, я его не могу поменять. И, ну, будет торговая стратегия, будет. Может быть, если даже не в сентябре, но то, что она будет в самое ближайшее время, может быть, даже с 1 октября, я вам обещаю. Ну вот, собственно, все. Спасибо, Сергей. Так, по поводу нефти, да, есть еще одна минутка у меня. По поводу нефти. Вот вчера был достаточно мощное падение. Я хотел бы предупредить уважаемых слушателей, чтобы они не обольщались этим резким ростом нефти. То есть наверх там вроде как уже все, типа разворот как бы случился. Да, есть такой момент в плане того, что вроде как пятая волна завершилась. Но давайте так, дождемся ясный сигнал на разворот тенденции. О чем это говорит? Какой должен быть сигнал? Сигнал на разворот этого движения должно быть, иметь хотя бы вот такой характер. То есть, когда завершится правило формирования тенденции, то есть, вот, когда рынок перестанет формировать новую впадину, не добивая предыдущей вершины. В данном случае, после формирования новой впадины, сигналом на разворот, окончательно разворот тенденции будет тогда, когда сломается эта тенденция. То есть, вот предыдущая вершина была, будет пробита. Потом попытка повторного тестирования низов, если она окажется неудачной, вот только тогда мы можем говорить, что рынок пошел окончательно на разворот тенденции в обратную сторону. Никаких сигналов на разворот тенденции здесь, ни на недельном графике, здесь пока что здесь не наблюдается. Единственное, на дневном графике, да, кстати, на дневном графике тоже здесь ничего нету. Важный уровень находится в 69.72, даже если цена и пойдет еще выше, это не разворот тенденции. Разворот тенденции будет тогда, когда сформируется тенденция наверх. То есть должен быть канал, в котором рынок формирует новые вершины, не добивая предыдущие впадины,
опять формируют новые вершины и не добивают предыдущие. Вот только тогда можно говорить о том, что рынок окончательно развернулся. Никаких таких сигналов наверх здесь пока что нет, и они отсутствуют. Поэтому, пожалуйста, не ищите того, чего нет на рынке, торгуйте тенденцию, то есть ищите возможность торговать в сторону основной тенденции. Тенденция состоит из двух типов волн. Импульсного движения, основного движения по тенденции, и коррекционный откат. Коррекционный откат, как правило, имеет всегда трехволновую структуру. Дождитесь, когда сформируется трехволновую структуру, и в этой трехволновой структуре сформируется опорная точка, пробитие которой означает сигналом, является сигналом для входа в рынок. На этом я завершаю свой семинар. Спасибо всем, кто был со мной. Желаю всем удачи, берегите себе свои деньги и торгуйте по тенденции. С вами был Газизов Марат, Аль-Пари, Санкт-Петербург. До свидания. Заливаю в течение 15 минут, заливаю свой семинар ВКонтакте на официальной странице Аль-Пари.